Номер 3. Самый маленький щенок по возрасту в этом классе. Он представляет собой на данный момент щенка. Очень интересно по своему сложению. Он достаточно крупный для своего возраста. Крепкий, сухой. Да если хотят. Крепкий, сухой. Очень хороший по своему типу выражению кобель. Очень активный, темпераментный. Он еще не понял, зачем он сюда пришел, но ему тут нравится. Он однозначно очень артистичный. Вот. При этом собака имеет очень красивую объемную грудную клетку, очень хорошее положение плеча, хорошее положение длинного крупа, прочные, достаточно прочные по возрасту связки, параллельный постав передних и задних конечностей. И для меня в данном возрасте, в данном ринге, этот щенок представляется наиболее интересным и перспективным. Хотя не стоит забывать, что это класс щенков, более того, это класс бэби, и они меняются каждую неделю своего роста. Так. Все собаки в этом классе получают оценку «большая перспектива». Так. Вторая собака в этом классе выше среднего роста, крепкий, сухой, очень яркий, очень выразительный, великолепно пигментированный, с красивой головой, с корректными ушами, с прочной линией верха. Из недостатков я бы отметила, на данный момент не совсем объемную грудную клетку, которая еще будет формироваться, это однозначно. Чуть прямовато плечо и чуть коротковат круг. Вице-победитель класса, большая перспектива. Третья собака в этом классе очень импонирует мне по своему типу. У собаки очень красивый корпус. Она тоже великолепно пигментирована, очень яркая.
Это очень крупная собака. К сожалению, пока еще у щенка это допустимо, но недостаточно пока еще прочные уши. С этим вопросом нужно поработать. Чуть сыроваты губы. Наибольшим недостатком у этой собаки является положение крупа. Он у нее достаточно сильно скошен. И собака имеет достаточно длинные голени, что мешает продуктивно толкаться. Из-за этого у собаки присутствует сближенность задних конечностей. Вот этому вопросу тоже нужно сейчас уделять, пока собака формирует очень большое внимание. И правильно сопровождать в плане минеральных подкормок. И правильно с собакой заниматься физически, чтобы у нее сформировался правильный постав конечностей. И когда собака станет уже взрослой, годовалому возрасту, она выглядела лучше. Мои поздравления третьему призеру. Прошу занять награждение. Тоха! Дорогие друзья, вот сейчас сложилась такая обстановка. Появился тут та собачка, которая к нам приехала с Красноярского края. А, Краснодар. Антон, Тоша, эй. Антон.